Я не могу сказать, что бизнес пострадал очень сильно. Скорее, это больше был трехмесячный вынужденный отпуск. Объемы продаж наши, конечно, упали. Мы специализируемся на pre-construction продажах, а все эти 3 месяца девелоперы не выпускали новых проектов. Тем не менее, оставалась ниша вторичного жилья. Довольно-таки большое количество продаж было в этом сегменте. То есть, конечно, объемы другие, чем до кризиса, да, но ничего страшного в этом я не вижу. В течение всего карантина мы не уволили никого из рабочих, то есть все, кто находился у нас на payroll, они так и получали зарплату. Соответственно, мы получили от государства возмещение части этой выплаченной зарплаты. Вот. Касательно арендной платы, у нас аренды нет, у нас помещение в собственности, поэтому нас это не коснулось, тут помощи, как бы говоря, не было. Я думаю, что восстановление бизнеса очень будет быстрое. Сейчас начинаются первые проекты, и очень много звонков, очень много клиентов хотят покупать. Соответственно, тут ситуация такая. Если второй волны не будет, эпидемии, которая очень возможна осенью, да, то я думаю, что объемы выйдут на прежний уровень уже к середине осени. Если будет вторая волна, то, скорее всего, это затянется до весны. Хотел пожелать не падать духом. Я знаю, что многие бизнесы попали в довольно-таки неприятную ситуацию. Надо изыскивать возможность всегда найти что-то лучшее. Да? Для многих этот карантин явился, вот в частности для нас тоже, мы стали много интернет-технологий использовать. То есть везде можно найти положительные моменты. Так что не впадать в уныние, думать и находить решение.